сейчас саммари. Сергей хороший задал вопрос по поводу готовности к финалу уже, кубка. Ну а мы смотрим, первый гол, Олег Шатов. 4-4-2. Вот я все время обращал внимание, что Халк играет возле Дзюбы. Оказывается, это был тактический план. Два выдвинутых вперед, а Шатов блуждал по всему фронту. В принципе, он был как игрок середины поля, он не крайне нападающий. Но так оно и было, мы видели. Селезнев блестящий гол забивает. Хороший гол, третий гол Селезнева в чемпионате. Счет 1-1, а теперь Дзюба. После великолепного паса Смольникова Дзюба посылает мяч в угол ворот. 13-й гол Дзюбы в чемпионате. А здесь Халк блеснул мастерством обводки и точно послал мяч в угол. 14-й гол в чемпионате Халк. Здорово все сделал. И Мигель Дани аплодирует ему. И вот сейчас Гитцель делает прекрасный пас. И Халк посмотрел направо, все оценил, сделал великолепную голевую передачу Шатову. И Шатов забивает. Да, «Зенит» сыграл 4-4-2, выиграл 4-1. Ну и на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Сергей Дерябкин, Геннадий Орлов. А сейчас футбол.